Ровно 20 лет тому назад на отечественные киноэкраны ворвался сериал «Богатые тоже плачут». И мы все поняли, что в русском языке появились новые слова, а у нас появилась новая кинозвезда. Встречайте, Вероника Кастро! Перед вами почетные члены жюри гала-концерта нового сезона «Минута славы» на Первом канале. Мы приветствуем вас, дорогие друзья. Для вас поет звезда теле- и киноэкранов мира Вероника Кастро. Я вас люблю. Прошу. Марьяна. Почти 20 лет назад, благодаря любимой Веронике Кастро, в нашей стране начался настоящий сериальный бум. Мы переживали за нее и проживали вместе с ней каждый новый день. И вот сегодня мировая теледива вновь в России. И вновь ей рады, как и много лет назад. В наших сердцах она навсегда останется самой первой и самой любимой. Господи, всю жизнь мечтал познакомиться с Вероникой Кастро. Неужели сегодня эта встреча наконец-то произойдет? Хочу вам сказать, что на «Минуте славы», это всем давно известно, удивляют не только друг друга своими талантами, но еще и встречаются, знакомятся, женятся. Кто знает, быть может, в этой золотой комнате в этом сезоне я найду свою судьбу, во всяком случае, прямо сейчас свою руку, сердце и то немногочисленное, что у меня есть, я предлагаю вот этой вот белокурой прекрасной девушке, которую зовут Юлия Ковальчук. Сашенька, здравствуй, мой дорогой. Ты, конечно, талантливый, прекрасный, сумасшедший, но мое сердце и рука заняты, и единственное, что могу тебе сейчас предложить, это стакан холодной воды, чтобы остудить твой пыл. Вот так всегда. Вот так всегда. Ну, а я тебе, Юлечка, могу предложить вот эту золотую комнату, как настоящий русский мужчина, как настоящей русской женщине. Предлагаю тебе прибраться, в общем, хозяйничать здесь. Я мечтала об этом. Можно я задам первый вопрос? Что нового вы ждете? Я и все участники так долго ждали начала 5-го сезона, уровень которого вырос и достиг, наверное, своего пика. Я считаю, что даже участие здесь – это уже своего рода победа. Такая красота! Такие аплодисменты, такая энергетика. Это счастье быть здесь. Скажите, пожалуйста, как вам наши гости, Вероника Кастро?
Вероника! Кастро! Это же сериал «Богатые»! Тоже плачет! Спасибо Первому каналу за возможность выступать такой суперзвездой на одной сцене! Мы ее любили, любим и будем любить! Вау! Я